Азат Хидиятуллин, главный тренер Кнетукаи. Проиграли заключительный матч в сезоне. Что сегодня не так пошло? Ну, во-первых, ребята, что называется, перегорели. Поэтому немножко игра пошла не по установленному плану. Долго выходили из обороны. Долго работали с мячом, то есть, и поэтому соперник успевал все перекрывать. И плюс мы проиграли единоборство, верховую борьбу. Но это вследствие объективных причин. Ребята соперника были сегодня покрепче. К сожалению, поздно перестроились во втором тайме. И, как говорится, не успели. Могли, конечно, и сыграть ничью, но так получилось. Сезон для вашей команды подошел к концу. Оцените выступление, может быть, выделите кого-то из игроков, какой-то самый, может быть, матч, соперник интересный. И в целом, что планируется с командой дальше на следующий год? Игроков выделять не буду. Понравился 18-й год, как ребята играли, качество игры, то есть, появилось. Немножко не хватило, значит, будем работать в межсезонье. Сейчас будут поступления в университет к нам, поработаем над селекцией. То есть, команда есть, команда сложилась, будем работать и будем надеяться, что займем, значит, места в следующем году уже повыше в турнирной таблице. Ну и, наконец, как вам организация турнира московского? Ну, все отлично, все отлично. То есть, исходя даже из возможностей, организаторы даже, можно сказать, превзошли свои возможности. Даже я видел то, что там и на свои деньги, на своих машинах возили. Очень работали хорошо. Девушки-волонтеры прям с утра до ночи занимались нами. У нас не было никаких проблем. Спасибо. Пожалуйста.